Алло. Анатолий Константинович, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Андрей. Скажите, пожалуйста, как дела в Кошеловском сельском совете идут? Нормально идут. Надои растут? А при чем тут надои к сельсовету? А чем сельсовет занимается? Разве не контролирует надои? Надои контролировать есть кому. А чем сельсовет тогда занимается? Гражданский? А какой цели вы интересуетесь? Я просто немножко за рулем, не могу разговаривать. О, немножко за рулем вы даже. Ну тогда не буду отвлекать вас. У вас прямая линия сегодня. Вы должны быть в кабинете, а не за рулем. Так надо... Нет, прямая телефонная линия в кабинете быть не обязан. Не обязаны быть. Так а как с вами поговорить, если вы за рулем? Я же телефону. Это именно что телефонная линия. А, это... Вы со мной разговариваете? Это в любое время можно звонить. Скажите, вам, к вам молодые специалисты, ваш сельсовет приезжают работать? Приезжают. Сколько приехало в этом году? В этом году вот начнется учебный год, посмотрим. А еще не приехали? А сколько планируют приехать тогда? Уже же должны известно быть. Пока на этот вопрос я вам не могу ответить. Ага, а молодежь у вас из деревень уезжает или приезжает больше остается? Молодежь? Да. И уезжает, и приезжает. Так у вас не вымирают деревни, у вас нормально, стабильно или нет? Ну, как вам сказать, немножко есть движение в минус. В Минск уезжают все-таки. Так скажите, еще раз, в Минск уезжают, да, молодежь? Зачем обязательно в Минск? Ну, куда обычно выезжают? Не обязательно в Минск. Ну, и у нас же Новогрудок недалеко. Угу, угу. А кто скажите... куда, кто в Минск, кто в Гродно, кто в Новогрудке остается. А есть молодежи, где работать у вас? Я же вам говорю, что наш сельский совет Кошелевский 7 километров от города. Ага. Так, ну, такая, вы ж какие деревни там курируете? Вы ж какие-то предприятия курируете? Что-то ж контролируете? Ну, какие у нас предприятия? У нас предприятия хозяйства. У нас есть ООО «Кошелево Агро». Есть лесничество. Так. Есть частные пилорамы, скажем так. Ага. Есть фермеры у нас. Угу. Ага, хорошо. Анатолий Константинович, помогите мне разобраться, власть в Беларуси от Бога или от народа? Вы хотите мне задать провокационный вопрос? В чем провокация? От народа власть. Вот, спасибо, теперь я знаю, потому что я звонил в Минскую епархию, и они мне не могут ответить, ну, священники. Они вроде как по Писанию от Бога, а по Конституции от народа. Вот, вы мне помогли. Я рад. Всего хорошего дня вам. До свидания. До свидания вам тоже.